My guest is Pastor Evgeny, who is the pastor of the Central St. Petersburg Church here in the Russian Federation, and he's also the Adventist Mission Coordinator for the Northwest Conference. Thanks so much for joining us, Pastor. This is a beautiful church here. How many church members do you have? Около 400 членов церкви. Okay, wonderful. And it's a beautifully maintained building, about 20 years old. What sort of ministries is this church engaged in the community? У нас есть постоянные мероприятия, которые проходят на неделе. Это библейские курсы среди недели, это богослужения регулярные, молодежные собрания, встречи следопытов, клуба следопытов. Есть мероприятия, которые мы специально организуем. Это жатвенные программы, это концерты духовной музыки. Обычно таких несколько в году проходит. Это определенные духовные встречи семейного отдела, женского отдела, например, молодежного отдела, других отделов церкви. Wonderful. Now, in this conference, you have some church planting taking place. Can you describe that? Мы имели несколько таких церквей, которые были созданы, если я не ошибаюсь, в прошлом это было 3 или 4 церкви. Одна была создана непосредственно при моем участии. Я тогда был пастором другой церкви. Это было на севере России, в районе Мурманска. Церковь, которая была создана, это церковь в городе Мончегорск. Существует на данный момент. Создано было в течение 3 или 4 лет, но до этого были много попыток общения с людьми. Там была небольшая группа. Вот так была создана одна из общин. This here in Russia, society has gone through many changes very quickly. What sort of challenges or even obstacles do you face when you try to be a witness in the community here in Russia? Ну, сложности и трудности есть похожие со всем миром, по крайней мере, с растущими экономиками, где люди, получая какие-то материальные блага, остывают по отношению к Богу. И эти сложности мы встречаем, подобные сложности, как в Европе, и в Америке, и в других странах. Но есть еще наши сложности, которые мы имеем здесь, конкретно в нашей стране, связанные с нашей культурой, с нашим мышлением, менталитетом нашим. Конечно, в нашей стране она в определенном смысле слова является православной страной, культурой православной. Очень сложно, мы очень сильное противостояние имеем со стороны традиционной церкви. Это осложняет нашу работу, потому что они влияют на мышление людей вокруг. И с трудом удается добиться, дойти до людей, до их сердец и как-то донести им евангельскую весть. Это, наверное, основная сложность, помимо первой. Now, you are a young pastor. What is your background? Why did you decide to become a pastor? Я решил стать пастором, когда еще был совсем молодым. Как только принял крещение, я почувствовал, что я хочу быть пастором. И буквально через некоторое время после этого я совершал служение активное в церкви, руководителя субботней школы, старшего диакона. И как только открылась возможность обучаться в Заокской духовной академии, я сразу туда поехал. И по окончании обучения стал пастором вот уже почти 14 лет. Now, can you give me an example of someone whose life has been changed through ministry here in the conference? Таких изменений в жизни людей было много, конечно. Были случаи, когда люди оставляли свои вредные привычки, алкоголь, наркотики и так далее. Таких случаев в моей пасторской жизни было несколько. Но есть один яркий случай, где, наверное, скорее всего, дело не в том, что человек оставил какую-то зависимость, а в том, как он духовно изменился, будучи совершенно мирским человеком, не знающим Бога. Пришел, в общем-то, он не через меня и даже не членов церкви, а просто по молитвам людей. Когда сестры, собравшись, молились в церкви о том, что Бог дал людей церкви, показал этих людей. И такой человек откликнулся, сам пришел в церковь, стал посещать церковь. С ним пришла еще группа людей.
Один из них – это наш как раз миссионер во Всеволожске, интервью которого вы тоже будете смотреть. И это был чудный приход их в церковь, и возрождение их, они крестились вместе, крестились в канун Нового года, 31 декабря, в конце года. И один из них сейчас является моим другом, активным человеком в церкви, другой является миссионером сегодня в нашей конференции, Дмитрий. Вот такой опыт был, и целая семья пришла, это очень интересно. Но это не единственный, конечно. Well, thanks for sharing that. Now, when you look to the future, what are your hopes for the church? Not just this church, but the church in the conference. What are your hopes for the future? Ну, конкретно по этой церкви, мне бы хотелось, конечно, активно развивать молодежное служение, активно развивать подростков, следопытов. Мы имеем в этом большую нужду. Нужда большая есть в сохранении тех членов церкви, которые уже являются членами церкви, потому что влияние мира очень активно оказывает воздействие на них. Поэтому на этом тоже хотелось бы поставить большой акцент. Как это будет добиваться, как мы это будем добиваться, есть разные шаги, есть разные возможности. Что касается конференции, в конференции всегда похожие нужда и похожие проблемы, как и в каждой общине. И в этой конференции тоже есть большая нужда в работе с молодежью, с подростками, с семейными парами, с людьми, которые приходят в церковь, чтобы они почувствовали себя хорошо и уютно в церкви. Мы нуждаемся вот сегодня в этом. Well, thank you so much, Pastor, for sharing with us today, and God bless you in your ministry. Thank you very much. And viewers at home, please pray for the church here in Russia. Pray for the city of St. Petersburg, this wonderful city full of culture and history, but many people who are living their lives totally independent of any reference to God. Please pray for ministry here, that God will continue to grow His kingdom.